Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Vivo Y76. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить режим «Не беспокоить». Для этого мы открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз, выбираем пункт «Звук», режим «Не беспокоить» и включаем его. Вот и все. Тут вы можете его настроить, собственно, как вам нужно, но включается он здесь. А потом, после того, как вы его настроите правильно, вы всегда сможете включить его или выключить в шторке быстрого доступа. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.